Здравствуйте, вы Алена на кухне. Как-никак, масляная неделя, и мы жарим с вами блинчики. Блинчики с творогом. Так, что нам надо? Пол-литра воды горячая, только закипела. Здесь мне 700 грамм молока, масло для жарки, муки сколько возьмется, 4 яйца, 4 столовые ложки сахара и соль, чайную ложку. Замешиваем. Сразу все молоко не выливаю, еще столько молока. Делаю густое тесто, чтобы разбить комочки. Потом разведу молочком и добавлю кипяток и масло растительное. Такое тесто без комочков. Теперь выливаем оставшееся все молоко. Соду я не ложу, не гашу. Мне дырявые не надо, я хочу их творогом сделать. Соду мы не ложим. Молоко вмешали и вводим наш кипяток. И вымешиваем. Перемешали и добавляем масло растительное. Грамм 50-60. Если надо будет, у вас сковородка непослушная, можете еще смазывать немножко сковородку. Вот такое тесто у нас получилось. Оставим его еще на 10 минут, чтобы наша мука клейковину пустила. И будем жарить блины. Сковородка непослушная, я ее немножко смазываю и наливаем тесто. Жарим! Вот такие блины у нас получились. Тоненькие. Оставляем остывать, а потом будем фаршировать творожком. Добавила цедру одного лимона. Нравится мне. Добавлю еще барбарис капельку. У нас творог не сухой и не кислый, так что мы сахара немножко, так, столовую ложку добавим. Все перемешаем и будем заворачивать блинчики. Давай разочек, немножко, чтобы наш блинчик не лопнул. Аккуратненько закручиваем. Все. Так, все. Накрутили. Теперь обжарим и будем кушать. Вот и готовы наши блинчики. Теперь можно пить чай с вареньком, с блинчиками. Всем приятного аппетита!